Мои жены. Письмо в редакцию Рауля Синей Бороды. Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающая лавры господам Лодию, Чернову и прочим, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренно жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи. Не касаясь сущности оперетки, не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны, я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле Синей Бороде. Все эти частности – возмутительная ложь, которую и считаю нужным, милостивые господа, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала. Прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве, прежде всего, милостивые государи, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними, но виноват ли я, что homo sum et humani nihil a me alienam puta? Замечу, кстати, что, учась в гимназии, я имел по латыни всегда пятерки. Кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух. Или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практический, я остановился на второй. Я женился. Да, я женился, и во все время моей женатой жизни денно и нощно завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Пост примам ноктем. Чтобы не взводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список. Но он этого не сделал и очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не пур плезир, как хотелось бы автору, и не экспромтом. Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать прежде, чем я решался угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Не блажь, не плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, не жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая, раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих, жгучих размышлений посылал в лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен
Читателю и вам, милостивые государи, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставлявшие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Номер 1. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красива. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой, редко читала, ничего никогда не знала, всему всегда удивлялась. Но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи и не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку. Но держу пари на что хотите, ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни, от утра до вечера, она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят и чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. Ни у Тестова, ни в Новомосковском никогда не едал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленый суп она ставила на высоту смертного греха. А в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден или недоволен кушаньем, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти, когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и, благодушествуя, располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту, другую, и потом улетает в пространство. Но если же она начнет гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваше отмахивание, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать.
Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонное преследование моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумна и подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом, и пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась, не пила, а захлебывалась, спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов-мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бабеша. Увидав меня в халате, в туфлях и с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Толковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Воленс-ноленс. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня, и я послал за доктором. Номер 3. Высокая стройная блондинка с голубыми глазами, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. Нечестно, говорила она мне, носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного. Боже! От чего она страдает? Что за причина? Спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздохам. О, эти мне гражданские скорби! Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки, и я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. Прости меня, мой Поль. Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульцинеи своей он больше уж не видел. Вместе со своими принципами она отправилась ад патрес. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. Купеческая дочка.
вместе с 200 000 приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь пред тобою». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись с таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина с строгим, никогда не улыбающимся лицом. Была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность, ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью, была не дура. Училась она за границей, где-то у немцев, проглотила всех Боклей и Милей и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка. Беседуя с нею в первый раз, я мигал глазами и чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, а напротив, наивно стала учить меня, как мне перестать быть дуралеем. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал, слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, а я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел 2 глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю же после свадьбы в моей башке сидело убеждение — «Умные женщины тяжелы для нашего брата, ужасно тяжелы. Вечно чувствовать себя, как на экзамене, видеть перед собою серьезное лицо, бояться сказать глупое слово, согласитесь, ужасно тяжело. Как вор, подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины». Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками, тратила у модисток сотни и тысячи и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала гранд-шиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уж отравил и ее. Номер 7. Это умерла по ошибке. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тещ отравляю я нашатырным спиртом.
Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Я кончил. Думаю, милостивые государи, что всего вышеписанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего впросак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал А. Чеханте.